Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Всем привет! Настало время солнечных деньков в Сочифорнии. Солнечных на все 300%. А там, где солнце, сразу есть кто? Конечно, девчонки в купальниках. Фоте, фоте и еще раз фоте мне на фоне красивых гор. Хотел бы вам показать еще один склон для фрирайда, который стоит посетить. Если идти левее вверх по гребню, то можно круто катнуть по пухлячку. С утра туда тянутся ребята, которые не парятся за места для фрирайда. Тут все удобно, понятно и доступно. А вот, кстати, кто-то из них спустил ленивую лавинку. А мне пора ехать вниз. Так как сегодня выглянуло солнце, организаторы скорее кинулись снимать промоушен-видео. Прилетел вертолет, профаки стали раздавать мега-трюки на гигантском трамплине. Буква Z – зрелищность, и буква Ш – шоу. 2015 год! Прыжки на этом трамплине – это, кстати, какие-то непонятные остатки Nissan X-Tour'а, супер-мега-грандиозного финала, который проходил 24 марта, но из-за плохой погоды его то ли отменили, то ли перенесли, то ли еще что. Я даже не помню, чем история закончилась, но да это уже и не важно. Несколько слов, конечно, хотелось бы сказать о ProLine, серии больших трамплинов. Их было 4, и если прыгать все в серию, до подъемника приходилось чесать пешком. Если ехать на 3 трампа, то можно было выезжать к канатке. Хода надо было каждый день подбирать, так как снег менялся. При мне человека 3 увозили на носилках, но в целом трампы прикольные, можно покрутить что хочешь и почувствовать себя парящим орлом. Кадров много нет, потому что вся наша компашка любила в основном джип. All we got is one goal to get more dough. Got a foreign bitch, bring that hoe to the condo. While we count chips, she make sure she keep a blunt roll. Never get enough, nigga, I need more dough. All we got is one goal to get more dough. Got a foreign... Не будем затягивать и сразу перейдем к следующему дню. Он снова солнечный, и это безумно радовало нас. All we got is one goal to get more dough. Got a foreign bitch, bring that hoe to the condo. While we count chips, she make sure she keep a blunt roll. Never get enough, nigga, I need more dough. All we got is one goal to get more dough. Got a foreign bitch, bring that hoe to the condo. While we count chips, she make sure she keep a blunt roll. Never get enough, nigga, I need more dough. All a nigga need is more dough. Front row blowing hella blunt smoke. Ain't supposed to do this shit, but we don't give a fuck. Парни, кстати, в этот день укатили на Розу, потому что там был какой-то классный контест. И жарко провели время.
cutthroat. Man, I swear all my niggas cutthroat. If you want the drama, bring that bullshit to his front door. Ayy, you ain't really bout it, what you acting tough for? Ayy, all these bitches bout it, they tryna get fucked on. You need love. Эй, киски, ну-ка помашите. Да это стрючок снял. Да хуйню. Try me, you get buzzed on. Hey, boy, I'm really crippin', really with the business on the mission. Had no pot to piss it, so I had to grind and make a difference. Now I'm countin' digits in the condo with foreign bitches, and they all with it. They gon' let all my partners hit it, thumbin' through them benches while another gun is being twisted. All we got is one goal to get more dough. Got a foreign bitch, bring that hoe to the condo while we count chips. Уф-уф. Кстати, я пропустил DC Trade Jam, который проходил днем ранее. Это контест на пирамиде, в которую воткнули баскетбольное кольцо, и твоя задача была закидывать мяч, конечно, делая при этом трюки. Мячиков было мало, и за них шла прям какая-то неэпическая бойня. Я не стал запариваться, взял шлем и начал забивать его в кольцо. Делал все максимально на стиле, втыкал сламданки по локоть, чего на реальном кольце я не смогу сделать, конечно, и получал нереальный кайф от этого. Видео вы меня не найдете, потому что, как я понимаю, все, кто забивали шлемами, были вне формата. Ни одного кадра с нами в видео нет. Хотя фоток крутых, конечно, полно. Причем даже одну, где я забиваю шлем, даже выложили в Instagram DC. Веселее всего было увидеть вечером на тусе победителей. Весь кэш отдали своим. Зюку, Пичхадзе и Артемьеву. Это для меня было первым тревожным звоночком, потому что профаки — это круто, никто не сомневается, что они достойны. Но зачем пилить весь призовой на них, если большая их часть приехала туда как приглашенные райдеры на халявку? Вот такая вот борода. Ну а на сегодня это все. Смотрите следующее видео, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. С вами был Борисыч. Пока! That hoe to the condo while we count, she make sure she keep a blunt roll. Never get enough, nigga, I need more dough. Remember more days dough. I ain't have shit. Now I'm stuffing bands up in my mattress. Fucking on the actress, a nigga living lavish. Started from the bottom, so we hustle with a passion. I show no compassion, my mama raised a savage. I've been grinding all day, trying to get this money, making sure me and my dog straight. Thugging since a peewee, now my money stacked a long way. When you getting money, you should know these niggas gon' hate. Get fucked by what these hoes say, ayy. It's all about the dough, I'm all about the dough, ayy. Spillin' liquor on my floor, little bitch, you